настоящий момент на путепроводе заканчивается укладка асфальтобетонного покрытия. Это верхний слой в виде ЩМА. Вчера вечером была закончена укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. В связи с тем, что необходимо реализовать временную схему организации дорожного движения и обеспечить передвижение через мостовое сооружение пешеходов, администрация города Твери планирует открыть для движения, как мы говорили, половину моста 11 числа в 16 часов. То есть для того, чтобы пропустить вечерний поток транспорта жителей города Твери. Однозначно также уже с 12 числа с утра Министерство транспорта Тверской области планирует восстановить схему движения общественного транспорта через Бурашевский путепровод. Это будет открыта половина моста, хотя мы планируем о том, что верхний слой будет уложен на самом мостовом переходе, но правую сторону мы готовили именно под открытие, то есть на ней обеспечено уже освещение, на ней будет нанесена дорожная разметка и подготовлен тротуар для передвижения пешеходов. Кроме этого, в ближайшие две недели будет закончена работа на самом путепроводе, и мы планируем, что до 25 числа мы откроем полностью мост и подходы к мосту для передвижения транспорта в полном объеме. До ввода в эксплуатацию полностью мостового сооружения Бурашевский путепровод схема организации дорожного движения на южном путепроводе останется без изменений. Совместно с отделом ГИБДД по городу Твери в настоящий момент прорабатывается вопрос той схемы организации дорожного движения, которая будет существовать после ввода в эксплуатацию.